В Карачаево-Черкесии подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Его цель – найти наиболее эффективные практики решения социальных проблем. Всего на участие в региональном этапе было подано 25 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса, а также НКО. Эти проекты должны решать социальные проблемы через применение бизнес-моделей и затрагивают самые разные отрасли – образование, культуру, спорт. Проекты-победители примут участие в федеральном этапе. Напомним, что участие в конкурсе является ступенью к получению статуса «социальный предприниматель», что дает, кстати, определенные преференции. Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется Российским госсоциальным университетом совместно с Минэкономразвития. В этом году в нашем регионе было заявлено 25 участников на данный конкурс. Это субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации. Вообще этот конкурс направлен на выявление, поиск лучших социальных практик с целью, чтобы потом их масштабировать, тиражировать по всей стране. Если в 2015 году этот проект реализовывался только в 15 регионах, то сегодня уже во всех субъектах Российской Федерации. Мой социальный проект заключается в том, что мы на базе Центра детского развития нашего будем оказывать помощь деткам с ограниченными возможностями. С деткам ЗРР, задержка речевого развития, задержка психоречевого развития. Специалисты будут заниматься с детишками абсолютно бесплатно. Оплата специалистов будет производиться за счет средств центра и наших спонсоров, которые, надеюсь, тоже будут.